В этом видео я вам расскажу о камере мобильного телефона. Итак, приступим. С правой стороны у нас есть клавиша активации. Она находится, к сожалению, вот здесь вот возле угла. И поэтому одной рукой фотографировать будет довольно сложно. Итак, запускаем камеру. Интерфейс. Настройки. Есть режимы съемок. Это автоматически задано пользователям. Портрет, пейзаж, ночь и ночной портрет. Далее можно регулировать вспышку. Это автоматически. Антикрасные глаза. То есть два раза вспышка срабатывает. Принудительно вспышку включить и отключить. Мы ее сейчас отключаем. Переход в видеорежим. Здесь у нас отображается сам режим, то есть сейчас включен автоматический режим, плюс обнаружение лиц. Дальше функции. Можно использовать дополнительную камеру, которая вот находится здесь. Параметры. Параметры — это 8 мегапикселей. Ну и дальше на уменьшение 6, 3, 1,3 и 0,3 мегапикселя. То есть 640 на 480, насколько я правильно понял. Далее, здесь можно сохранять данные GPS, геотеггинг, так называемый. Ну, остальное все можно тоже настроить, в том числе и текущую память. Например, на карту памяти, либо на внутреннюю память. Благо, здесь хватает ее. Итак, переходим в режим. Ну, я сейчас коротко расскажу о камере. Значит, к сожалению, здесь нет автоматической фокусировки. Здесь используется Full Focus. Это к сожалению. Но качество картинки, например, сделанная фотография на расстоянии от 2 метров, вы практически не отличите от фотографии, сделанной на Nokia N8. А там все-таки 12 мегапикселей, автофокус и так далее. Что мне понравилось? Понравилась правильная цветопередача. Мне понравилось правильный выбор экспозиции. Вот, поэтому, в принципе, кому не нужна очень мощная камера, вам не обязательно автоматическая фокусировка, и вы в основном фотографируете что-то очень быстро, например, пришли там в какое-то место, надо вам сфотографировать. Есть для этого, кстати, здесь и вспышка двойная LED, но она работает на расстоянии примерно до 1,5 метров. В общем, камера довольно неплохая. Сейчас покажу, как вот она фотографирует. К сожалению, макро режима здесь нет, потому что нет автоматической фокусировки. Ну вот, смотрим. Очень быстро сфотографировали. Мы можем перейти сейчас в альбом и посмотреть его качество. Расстояние здесь, ну, примерно сантиметров 8-10. Поэтому фотография у нас будет не в фокусе. Итак, переходим в галерею. Воспользуемся мультитачем. Ну вот, как вы можете видеть, фотография не в фокусе. Оптимальное расстояние с помощью этой камеры можно фотографировать, ну, от метра примерно. Портретные снимки получаются все-таки не очень. Фокус теряется, вернее, его там вообще нет. Но пейзажные снимки просто отлично смотрятся. Давайте я вам покажу. Вот здесь есть несколько кадров, которые я сделал. Ну вот, например, пейзажный снимок. Отличная цветопередача, правильная экспозиция. Как вы можете видеть, что темный объект хорошо проработался, также проработалось и небо. Давайте чуть-чуть увеличим. Четкость картинки можно сравнить с Nokia N8. Детализация не самая лучшая, и сжатие довольно большое. То есть при 8 мегапикселях получается фотографии размером мегабайт, ну максимум 1,5 мегабайта. Такого не должно быть. То есть это означает, что у нас довольно большое сжатие. Я бы, например, технологию сжатия и обработки фотографий бы поуменьшил бы. Ну давайте еще немножко увеличим. Вот это вот максимум. Как вы можете видеть, четкость довольно неплохая. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Ну вот, например, вот эта фотография. Тоже 100% увеличиваем. Мне кажется, очень неплохо. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Сейчас покажу
карта метро. Ну, эта фотография сделана на расстоянии 2 метра, и как можете видеть, даже при отсутствии автоматической фокусировки, здесь можно разглядеть практически всю информацию. Что касается фотографий, которые сделаны на расстоянии примерно метр, например, для фотографирования каких-то либо документов, то, в принципе, они тоже неплохо смотрятся. Хотя, конечно, четкость могла бы быть и получше. Но, к сожалению, нет у нас автоматической фокусировки. Давайте я вам поближе покажу. Даже так можно разглядеть практически всю карту. Еще раз повторю, это я сделал фотографию на расстоянии 2 метра. На компьютере можно прочитать практически всю информацию. Здесь у нас изображение не увеличивается до 100% и более. Еще есть небольшой минус, он касается самого качества оптики. Оптика здесь не лучшая стоит. И могут быть небольшие смазы на краях фотографии. Все, всем спасибо, пока-пока.